Вопросы социально-экономического развития республики обсудили в правительстве. Совещание провел Борис Джанаев. Продолжается активная работа по реализации всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» в Алагирском районе. Масштабный проект – один из прорывных в составе модели экономического развития до 2030 года. Борис Джанаев отметил, что республиканскому правительству необходимо в тесном взаимодействии с госкорпорацией «Кавказ.РФ» вести работу по реализации мероприятий комплекса «Мамисон». После новогодних праздников сторонам предстоит обсудить все актуальные вопросы, связанные с исполнением проекта. Значит, с казначейством я сегодня разговаривал. Очень много туристов едет в республику по результатам 2022 года, поэтому здесь необходимо нам предоставить всевозможные продукты для того, чтобы люди хотели вернуться обратно в республику. На совещании обсудили вопросы создания инженерной инфраструктуры будущего курорта. В январе коллеги из корпорации «Кавказ.РФ» представят его концепцию. Она включит в себя архитектурный код, единый стилистический облик застройки, концепцию развития туристической инфраструктуры и так называемую специализацию ущелий, где будут отражены приоритетные направления развития. Кроме того, Борис Джанаев поручил сосредоточиться на работе по реализации мероприятий в рамках развития Пригородного и Моздокского районов. Северная Осетия добилась стратегического решения распоряжения правительства России о включении в перечень социально-экономического развития республики 45 мероприятий, которые будут реализованы в этих двух районах. Общий объем финансирования порядка 6 миллиардов рублей. Сегодня по госпрограмме развития СКФО уже выделено 35 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации по 14 объектам. 6 из них уже включены в программы на следующий год. Работа в этом направлении продолжается. Все те вопросы, которые остро сегодня стоят, должны быть решены. Прошу всех сосредоточиться. Несколько рабочих дней осталось, чтобы никаких у нас проблем не было, переходящих на следующий год. В Новый год, чтобы мы вошли с новыми мыслями, с новыми идеями, ну и самое главное, реализовывали все те задачи, которые стоят перед нами.